Село Средний Сантимир в Новомалыклинском районе бедствовало. Развалины некогда большого клуба, отсутствие отвечающего современным стандартам детского сада, школа, которая капитально ремонтировалась с момента постройки. Участие села в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» позволило построить новый детский сад, отремонтировать школу. Сейчас в селе возводится новый дом культуры. Клуб начали строить в этом году. Были проведены торги. Двухгодичный контракт. Вышел подрядчик, и вот начали с весны строить. В этом году хотим покрыть крышу, закрыть контур и в следующем году завершить. А получилось это при поддержке губернатора Сергея Ивановича Морозова. Софинансирование – основной залог участия в программах. На строительство выделено 19 миллионов рублей. Средства из бюджетов трех уровней – самого сельского поселения, Новомалыклинского района и Ульяновской области. Кроме того, стройка – результат участия села еще в программе развития культуры, туризма и сохранения объектов культурного наследия и проекте «Пятилетка сельской культуры». В новом клубе будут проходить не только концерты и кинопоказы. На базе учреждения будут функционировать кружки и секции для юных сантимировцев. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.